Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0. У микрофона Дарья Топузлиева. В области создана комиссия, которая будет рассматривать обращение переселенцев из аварийного жилья. Соответствующее постановление подписал губернатор Никита Белых. Первое заседание комиссии уже состоялось, и на нем рассмотрели запрос Фонда содействия реформированию ЖКХ об устранении нарушений в доме по адресу Баумана, 11. Он был построен по программе переселения из аварийного жилья в Кирове. По итогам выездной проверки комиссия направила в Фонд ЖКХ предложение о снятии объекта с контроля в связи с устранением нарушений и отсутствием дефектов. Дайджест недвижимости. А теперь новости от наших партнеров. Объявлен старт продаж первых квартир по программе «Жилье для российской семьи». В рамках этой программы кировчане могут купить квартиру по действительно доступной цене. Стоимость квадратного метра не превышает 35 тысяч рублей. Кроме того, программа предполагает льготные условия по ипотечным кредитам. Экономия для клиентов составляет до 50%. Все кредиты могут быть предоставлены в рамках государственной ипотечной программы единственным региональным оператором в Кировской области, который является КРИК. В ипотечной корпорации также разработаны меры поддержки молодежи. Так приобрести жилье можно без первоначального взноса. Жилье в рамках программы строится в соответствии с определенными требованиями качества. Например, оно обязательно сдается в чистовой отделке и обеспечено необходимой инфраструктурой. Рядом должны быть медицинские, спортивные, образовательные и другие учреждения. В рамках программы планируют построить 160 тысяч квадратных метров жилья, из них более 100 тысяч в микрорайоне Черемушки. Старт продажам там был дан в конце ноября. Дома готовы уже на 65%, а первые три объекта планируют сдать во втором квартале следующего года. Цена квадрата составляет 30,5 тысяч рублей. Добавлю, Черемушки расположены рядом с Нововятском, а узнать все подробности о том, как стать участником программы «Жилье для российской семьи», можно в Кировской региональной ипотечной корпорации. Дайджест недвижимости. Аренда однокомнатной квартиры в ноябре в Кирове обходилась в среднем в 9 тысяч рублей. Относительно предыдущего месяца цена практически не изменилась. В среднем по России аренда однокомнатной квартиры стоит около 12 300 рублей. На этом все. В студии работала Дарья Топузлиева. Дайджест недвижимости.